С вами «Танковый Версус». Самое новое. Самое взрывное. Самое беспристрастное. Самое захватывающее. Самая убедительная программа о том, какой танк сильнее. Кто кого? М-60А2 или Леопард-1А5? Мардер или БМП? М-26 или Т-44? А как насчет самоходок? Сегодня вы увидите дуэль между стремительной Бреда 501 и Флаг-37 с ее легендарной 88-миллиметровой пушкой. Первый бой на карте «Восточная Европа». Между участниками всего 200-300 метров. Готовимся к тому, что сегодня схватки будут короткими и ожесточенными. У машин много огневой мощи и почти никакой брони. Да, буквально бои до первой ошибки. Итальянская самоходка едет по улице в поисках противника. Флаг 37 тоже изучает город, но куда медленнее. Полугусеничная база по скорости, конечно, заметно проигрывает колесам. Итальянцы что-то услышали. Поворачивают в сторону цели. Немецкая самоходка тоже засекла соперника. По звуку. Остановилась. Тут же развернулась на месте. А это уже сильная сторона гусениц. На колесах такое не сделаешь. Немцы выезжают на противника. Бреда готовится встречать их из-за угла. Два выстрела бронебойными. Первым делом смотрим на флаг 37. Здесь четкое попадание в корпус. Серьезные потери среди экипажа. 4 из 6 выведены из строя давлением. У Бреда ситуация более тяжелая. Немцы попали прямо в щиток орудия. Экипажа больше нет. Совсем. 1-0 в пользу немца. Второй бой развернется на морском терминале. Эта схватка уже на куда более серьезной дистанции, примерно 800 метров. Уверена, что нашим участникам будет на таком расстоянии более чем комфортно. Им только дай подстрелить кого-то за километр. Итальянцу явно не терпится взять реванш. Бреда мчит рядом с автострадой к предполагаемому месту встречи. Впечатляющая скорость. Немцу уже торопиться некуда. Он приедет, когда приедет. Бреда замечает противника. Не снижая хода, стреляет в него и резко меняет курс, чтобы усложнить врагу прицеливание. Промах! Немец, не останавливаясь, отвечает бронебойным. Попадание! Но только в колесо. Вроде бы ничего страшного, но на деле итальянская самоходка только что лишилась основного преимущества – скорости. Обе машины на перезарядке, и обе впервые в условиях, когда у них схожий уровень мобильности. Итальянец, впрочем, не готов сдаваться. Активно маневрирует без колеса. Надо всего лишь пережить следующий выстрел. Немец тем временем сокращает дистанцию. Готов к стрельбе. И сразу выстрел! Снова на ходу! Прямое попадание! Бреда взлетает на воздух. Что ж, немецкая самоходка уверенно побеждает во втором раунде, не оставляя противнику ни единой возможности отыграться. В этом Версусе побеждает флаг 37. Новый выпуск «Танкового Версуса» смотрите ровно через неделю. Там что-то совершенно новенькое. БТ-5 против А-13 Марк 1. Да, в следующем выпуске определяем чемпиона среди резервных машин. Делайте ставки в комментариях.